Еду вам снимать видео. Посмотрите, что на рынке. Туман, туман. Хотя в городе ничего такого нет. Жесть. Время 10 утра. Вообще, блин. Метров 100 видно. Впереди и все. Потом все белое. Так, Харьер сейчас на рынке. 17-й год. Двушка 2 миллиона 700 тысяч рублей. Это рестайлинг уже 17-го года. Форестер. Кто хотел по ценам быстро? 15-й год 1 миллион 930. Прямо на стеклах подписаны. 16-й год Форестер. Тоже двушка ВД. 1 миллион 800 цена очень хорошая. А вот, кстати, 15-й год двушка и цена тоже 1 миллион 800 тысяч рублей. Аутлендер, кто хотел, гибрид, полноценный гибрид, тоже полный привод, двушка, 2 миллиона 700 тысяч рублей сейчас на рынке. Я думаю, что есть, естественно, торг. 17-й год на 1,2 турбомоторе, вариатор, тоже полный привод, на этот GT LED комплектация, то есть на крутой вот этой фаре. На коже рожи 1 840 000 сейчас цена на рынке. Дальше жук на полторашке 910 тысяч рублей стоит. Просили быстро по ценам, вот вам быстро по ценам, потому что прошлый ролик я снял, объяснил всю ситуацию, и не все люди меня почему-то поняли, что я имею в виду. Значит, 10-й год, полторашка, 890, цена тоже джук стоит. Вот смотрите, Honda Grace гибрид, 15-й год, полторашка, 7-ступый робот и литиевая батарея, 1 200 000 сейчас цена. Так, что интересного еще? Subaru XV в старом кузове, 15-й год и... цена 1 450 000 рублей. А вот этого красавца вроде я вам снимал. Здесь снимать удобно, цены подписаны. Поэтому, в принципе, пошел, сказал. Так, нотики, не нотики. Вот, смотрите, 4 балла, нотик 55 тысяч, пробег 17-й год, 760 тысяч рублей на стекле написано. Вот 1,2 мотор у него. А дальше... Филдер уже в рестайлинге, тоже гибрид, 970 тысяч рублей, 17-й год, конец года, и 970 тысяч сейчас стоит. Вот такой красивый. А Сиента, 1 170 000 рублей, 16-й год, тоже гибрид на полторашке, технически абсолютно одинаковые они, и цена 1 170 000 рублей. А дальше Спейд. Спейд 14-го года на полторашке. И вот тут я, ребят, цену... Я не вижу цену. Я даже не знаю, сколько 14-й год, честно говоря, стоит. Да, нет цены. Ну, ладно. Комплектация G написана. Хорошая комплектация, все есть. Но я думаю, может, 750 продают, 800. Ну, плюс-минус. Тут могу ошибаться. Prius в 50-м кузове, 16-й год. 1 420 000 рублей. Тоже полноценный гибрид 1,8 на S-Touring, кстати, комплектация. 1 420 000. 90 пробег. Оценка не написана. Дальше Виш. 11-й год. 955 тысяч рублей. Такой вишок. Под капотом у него 1,8 мотор и вариатор. Комплектация Хит. Хит. Кнопка старт, климат, все, кожаный руль, все есть. Ну, кроме кожаных сидений. Все есть, все красиво. В общем, смотрите, на рынке, на авторынке зеленый угол, стоянка Яма, есть резина зимняя. И привезли сейчас новую летнюю, потому что более актуально уже с каждым днем все больше и больше лета. Но теперь вся резина или Китай... Ой, или Россия, или Корея. Вот так, да, правильно? Да, Япония попадается, но очень мало. Вот, давайте, сейчас посмотрим, сколько стоит. Вот 175, 65, 14, русская резина, Nokian. Nokian, корейская фирма, 20 тысяч. 20 тысяч рублей. Так, она абсолютно новая, 20, какой, первый, да, год? 22. Ну, то есть это новая абсолютно резина, никто на ней не катался. Рядом лежит, это размер 175, 65, 14. А, ну такой же, да? Размер, только Икохама. Только Икогама.
22 год, 21 тысяча. Так, 22 год, 21 тысяча. Так. Это у нас... 175-70-14. Это у нас 175-70-14. И... 22 год. 22 год. И надпись... Смотрите, она абсолютно новая резина. Тоже Россия. 20 тысяч рублей. 175-70, так, 14. А есть другие размеры, чтобы было примерное сравнение хотя бы? Так, ну вот популярный размер. 185-65. 185-65, 15-я резина. И... Made in Russia, Yokohama. Ага. 22 год. Вот он, 22 год, посмотрите. Вот, 11 неделя, 22 год. 24 тысячи. 24 тысячи, тоже русская. Да. 195-65, 15, тоже популярный размер, тоже Made in Russia, 26 рублей. 26 тысяч, 195-65, 15, абсолютно новая резина, тоже русская и тоже 22 год, то есть резина абсолютно новая. Так, а вот такие, что-то побольше размер, чтобы, может быть, 18 какой-нибудь или 17, потому что... На кроссоверах стоят. 215-55-17. Вот, 215-55-17. Цена? Так, 57 тысяч. 57 тысяч. Вот такая стоит резина. 20-й год она. Я уже вижу. 45-я неделя 20-го года. Бриджстон. Да. Made in Russia. Тоже русская. А, не, Испания. Извиняюсь. А, Испания? Испания. Все понятно. Ну, в общем, ребят, на авторынке примерно вот такие цены на резину. Вы можете приехать и вам подъехать, и вам сразу здесь отбалансируют, переобуют, все сделают. И резина, вот она, бэушная, разные размеры, вот они, литье, диски, все, что хотите, на всякие разные машины. Вот, сразу купили, вот она, резина новая. Ну, кому подешевле, там, бэушную взяли. И уже в дорогу пошли. В общем, вот такая стоянка яма. В общем, как-то вот так. Дальше, ребят, идем. Toyota Daihatsu Tor. Так, 17-й год, 850 тысяч рублей. GZ комплектация, две электродвери, все дела. Ну, в общем, такой модный. За эти деньги. Посмотрите, у него кнопка старт, климат, мультируль, круиз-контроль. Все-все-все есть, короче. Камеры эти на безопасность, ну, то есть при столкновении по полосам все есть. А рядом тоже стоит 17-й год, Toyota Tank литр под капотом у него тоже. И 790 тысяч рублей он стоит. Тоже вот такой красавец. Так, дальше идем. 17-й год, Suzuki Spacia. 100 лет ее не видел, даже не узнал. 655 тысяч рублей. Кнопка, климат, мультируль, все есть. 655 тысяч рублей стоит. 17-й год. Две двери. На литье. Дальше идем. Значит, Фрид старенький. 10-й год. 815 тысяч рублей. Под капотом полторашка, вариатор. И они такие есть. 6, 7 или 8 мест. Рашик. 9-й год. 955 тысяч рублей. Полный привод на 1.5 моторе. Prius 30, тоже полноценный гибрид, очень хорошая комплектация, это линзы, омыватели, кнопка климат, это обязательно у них идет, 960 тысяч рублей, но 12-й год, 1.8 под капотом, и на красивом 17-м литье, вот, NV200, 1 116 000 год, хорошая цена у него, 1.6 и передний привод, вот такой вот стоит, и их здесь целых 3. Идем дальше. Что здесь еще показать? Посмотрите, какая модная Сиента стоит, но на ней ничего не написано. Дальше цен, я так понимаю, нет, да? Здесь, ребят, нет. Но посмотрите, вот я в яме сейчас. Посмотрите машин. Просто море машин всяких разных. На вкус и цвет, какой хочешь. Вон и Альфард стоит. Все есть. Вот все машины, все варианты. Вон Сирена есть. О, кстати, здесь подписаны, смотрите, цены. Давайте вот здесь и пройдем. X-Trail 32, 15-й год, 1 690 000. Так, также 1 690 000 черный.
А здесь 1 700 000, 15-й год. Видать, чуть пожирней. Разница, видите? Везл 1 410 000, 14-й год. Значит, сирена 27-я, 17-й год, двушка под капотом, вариатор. И такой полугибрид, ну как бы его можно назвать полноценным гибридом, но это все относительно, если сравнивать с Toyota. 1 610 000 рублей вот такая сиренка стоит. К сожалению, не написано на... Вот он номер кузова, ребят, я думаю, в камеру видно. Вы, конечно, можете пробить, я не пробивал. Оценку пробег не написано. Вот, 16-й год, 59 тысяч пробег, передний привод, 16-й, ребят, год. И вот такой вот виш стоит. Я думаю, цена примерно 1 400 000 за такой, за 16-й год. А вот тоже стоит 12-й год, постарше, не знаю, цена. Здесь уже только гадать. Вот так вот вариантов. Премка, Леон, кто тут много пишет. Кто много пишет мне, тут тоже ничего не написано. Но стоят, 13-й год, передний привод, 1,8. 50 тысяч родной пробег. Аукционник, все типа есть. 11-й год, тоже под капотом 1,8. 35 тысяч пробег. Вот он, ребят, номер кузова. Пожалуйста, пробивайте. Вон даже номер лота висит. Пробивайте, смотрите. Все, я думаю, найдете в статистике. Пробоксик, 18-й год, передний привод. 4 балла, хороший. Ну, я думаю, он где-то 750 должен стоить сейчас. Примерно вот такие деньги. Вот еще один филдерок, уже не гибрид, ВД. Ну, а тоже здесь цены нет. В общем, ребята, куча вариантов, куча разные на вкус и цвет. Все есть. Как-то так сейчас на рынке. Это вот я вот все сказал, вот буквально на маленькой площадке, полянке, да, так сказать. Хотя здесь машин тьма тьмущая. То есть есть, в принципе, на рынке сейчас все. Ну и цены валятся вниз. Люди, продавцы, точнее, продавцы, конечно, снижают, пытаются максимально вниз уйти. Но не все, за всех не могу сказать, но я вот сколько разговариваю о ценах с продавцами, то есть они готовы двигаться прям вниз. Вниз к тем курсам, которые сейчас, ребят, которые мы, не которые прям возим под заказ. Понятно, что там будет разница. Но тут зато пришел, проверил, сел и поехал. Все. То есть не надо ничего ждать, не надо никаких таких рисков, как с Японии. Ну, тут уже вам, ребят, решать. Есть свои плюсы с Японии, есть свои плюсы вот здесь на рынке взять. Здесь как бы спокойней, там дешевле. Вот и все, вот, если глобально париться. Смотри, какой субарик, 18-й год, двушка, ВД, 1 650 000 рублей. На красивом таком модном литье, а? Красивый стоит. Вот такие. А так, а кто же кто-то спрашивал мне, Камри, да? 2 450 000. А год 18-й, 2,5, гибрид полноценный тоже. Посмотрите, какой красавец. Ну, красавец прям. Давайте сзади глянем еще. Вот номер кузова. Пробивайте, смотрите. Также Валиада, все, бейте. Единственное, если там, конечно, будет USS, вряд ли вы откроете без лота, но все-таки. Все мы знаем, да, что USS бьется только по лоту. 2 450, вот такой гибрид. Красивый.